Отправка гуманитарных грузов военным несколько раз в месяц, благотворительные форумы для семей военнослужащих и оказание им поддержки разной направленности, от финансовой до психологической. Все это своими силами организовал женский совет 2-й армии. Они решили не оставаться в стороне, оказывать поддержку всем, кто в этом нуждается. Работа в нашем регионе ведется с первых дней специальной военной операции. Проведена огромная работа на всех уровнях. Это и социальная помощь, психологическая, помощь в трудоустройстве, отдых детей, в общем, абсолютно, все мы охватили. Об этой работе говорили на круглом столе. Среди гостей были представители Федерального комитета семей воинов Отечества, которые с рабочим визитом прибыли в Самарскую область на несколько дней. Встреча прошла в Общественной палате Самарской области. Нам есть о чем рассказать, но при этом наши федеральные коллеги сегодня нам расскажут и о тех, может быть, тонких местах, возможно, недочетах, которые мы не дорабатываем, и мы постараемся их устранить. Это первое. И второе, все-таки у нас в большей степени сейчас регион предлагает те инициативы, которые очень применимы на территории субъектов Российской Федерации. Комитет семей воинов Отечества был образован в ноябре прошлого года при поддержке президента России Владимира Путина. Комитет объединил в себе общественные организации «Женщины России», «Союз семей военнослужащих», «Союз женщин России» и «Матери России». Женский совет 2-й армии, в составе которого 15 человек, также стали членами Федерального комитета и будут возглавлять региональный филиал. Опека о семье должна быть. Не каждая семья дойдет сегодня до органов власти. Нам, семьям, проще общаться с такими же, как мы, мамами, женами. Когда мы понимаем друг друга, мы знаем, о чем мы говорим, мы даже знаем, о чем мы молчим. И вот эти вопросы, которые возникают, их нужно решать. Решать оперативно. Для того, чтобы в семьях было все в порядке. Теперь самарским женам военных будет проще обмениваться опытом с женами из других городов и предлагать к реализации свои идеи. Члены Федерального комитета отметили, что скоро еще раз приедут в Самарскую область. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.